Лидер коалиции радикальных левых сил Греции Алексис Ципрас отказался давать традиционную клятву на Библии во время принятия присяги в качестве премьер-министра. Однако попросил у предстоятеля Элладской церкви благословения и молитв. Новый премьер-министр сломал традицию приведения присяги главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом, которому он недавно нанес визит. При этом новый премьер-министр попросил у архиепископа благословения и молитв. «Я пришел взять ваше благословение на то трудное дело, которое нам предстоит, и нам нужно будет много сил. Ваше блаженство, помолитесь за Грецию», – сказал Ципрас архиепископу. Владыка со своей стороны поздравил нового премьера, подчеркнул важность того, чтобы тесное сотрудничество государства и церкви реально существовало для блага греческого народа.